Это особое сообщение, которое ваш ангел несет вам сегодня. В последнее время вы выделялись по-настоящему выдающимися способами. Все вокруг вас полно энергии, но ваша собственная сила остается скрытой, ожидая своего открытия. Возможно, вы еще не осознали удивительную мощь, которая живет внутри вас. Как будто вы спиной обращены к этой силе не потому, что игнорируете ее, а потому, что глубоко поглощены чем-то, что поглощает большую часть вашего внимания. То, в чем вы сосредоточены, на самом деле способствует росту вашей силы. Кажется, эта сфокусированная энергия направлена на укрепление этого аспекта, и вскоре вы сможете почувствовать, как эта невероятная сила вырывается изнутри вас. Каждое ваше действие в области, на которую вы сейчас сфокусированы, добавляет замечательную мощь другому аспекту вашей жизни. Сейчас это может показаться неизвестным, потому что вы глубоко поглощены своим внутренним путешествием и его значением для вас. В последнее время у вас была главной вашей союзницей уверенность в том, что вы природно творческий человек, и эта творческая сила никогда вас не покидала. Тем не менее, сейчас что-то привлекает ваше внимание, возможно, интенсивное испытание, которое влияет на вашу самооценку или уверенность. Это испытание подчеркивает и усиливает вашу силу и уверенность. Как будто вы сосредотачиваетесь на ситуации, которая непосредственно влияет на вашу уверенность, привлекая ваше внимание к этому процессу. Сейчас происходит очищение, и это полностью поглощает ваше внимание. Вы наблюдаете за чем-то, что держите в руках, возможно, это что-то маленькое по размеру. Это не означает, что оно ничтожно в плане влияния или важности, но оно кажется маленьким по сравнению с его масштабом. Тем не менее, оно полностью завладевает вашим вниманием и концентрацией, так как проходит через процесс очищения, будто это буря энергии. Так что это маленькое, на что вы сейчас сфокусированы на очищение или исцеление, добавляет огромную силу в настоящий момент. Это может быть связано с вашей работой или жизненным предназначением, хотя не является основным акцентом. Кажется, что это связано с тем, как вы проявляетесь в мире, как занимаете пространство и какая энергия из вас исходит, что может быть важной частью вашего предназначения. Это важно, но кажется, остается невидимым для вас на данный момент. Вы все еще на этапе поиска решения или того, что нуждается в очищении, обновлении или оживлении. Возможно, это испытание возникло недавно, и вы все еще на этапе поиска ответов на вопросы. Вы знаете, что что-то нужно делать или что требуется очищение, но вы все еще на этапе задавания вопросов. Возможно, поэтому вы еще не видите это полностью. Это как будто происходит одновременно с тем, как вы участвуете в процессе. Может быть, вы находитесь в процессе исцеления, и в это время ваша сила растет во много раз. Однако вы так глубоко сосредоточены на поиске решения этой проблемы в данный момент, что еще не осознали результат этой невероятной силы. Это как будто все, что вы переживаете, это маленькая проблема или, возможно, какая-то физически маленькая вещь, но она оказывает на вас огромное воздействие. Поэтому вы так поглощены этим процессом, что еще не видите, что начало приходит. Как будто вы открыли связь, как энергетическую дверь, через это испытание, которое вам предоставлено. Вы обратились к этой энергии и открыли связь, которая невероятно мощна и полезна для вас. Для движения в новом направлении или начала чего-то совершенно нового требуется мужество. Кажется, что вы только начинаете что-то, чего вы никогда раньше не испытывали. Это не просто новая глава, это что-то совершенно иное, и вы только начинаете. Кажется, что вы чувствуете себя неуверенно, как будто вам нужно набраться мужества, чтобы двигаться дальше. Это как будто вы находитесь в самом начале чего-то совершенно нового и неизведанного. Это вызывает чувство неопределенности, и для продвижения вперед требуется мужество. Похоже, вы чувствуетесь неуверенно из-за того, что пока еще не осознали эту невероятную силу. Может быть, это просто вопрос времени, пока вы полностью не осознаете.
Кажется, вы находитесь в моменте адаптации, моменте, когда вам нужно приспособиться к тому, как эта сила проявляется в вашем теле. Кажется, что вы находитесь в точке, где, возможно, еще не видели полные результаты. Иногда это может быть как стена или блок, мешающий вам видеть, что находится за закрытой дверью. Кажется, что вы здесь, дрожа на ногах, пытаясь найти свое равновесие, потому что все это ново для вас. То, что вы пока не осознали, это удивительная энергия, находящаяся за дверью. Кажется, что вы как бы застряли на этой стороне, в настоящем, как будто все, что вы делаете в этом пространстве, раскроется только тогда, когда вы выйдете из него, перейдете этот порог. Тогда новое чудо раскроется перед вами. Почти как будто, в какой-то момент в будущем, вы поймете, почему слово «чудо» так идеально подходит здесь. Это не будет преувеличением применить это слово к этой ситуации. Вы можете быть в начале процесса исцеления, или, возможно, вы уже в нем находитесь долгое время, но пока еще не видели результатов. Это кажется по-настоящему удивительным, как будто это чудо энергии не преувеличение. Может быть, просто вопрос времени, пока вы полностью не осознаете. Вы когда-нибудь туда дойдете и поймете. Это сообщение было предназначено именно вам в этот момент. Позвольте вашему духу впитать эти слова и почувствовать их звучание глубоко внутри вас. Вселенная желает вам лучшего и обеспечит положительный результат, независимо от вашего выбора. Введите «Я заслуживаю быть счастливым» и делиться счастьем со всеми вокруг для того, чтобы принять это сообщение и благословение, содержащееся в нем. Давайте распространять позитив и доброту друг к другу, создавая волны хорошей энергии вместе. Знаете ли вы, что существует возможное изображение вашей двойной души, которое вы можете увидеть сейчас? Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кто-то, кого вы еще не встретили. Перейдите по ссылке в описании, чтобы получить портрет вашей двойной души. Давайте поднимать друг друга и создавать волны хорошей энергии вместе. Обратите внимание на следующее важное сообщение, которое ожидает вас в следующем видео. Пусть Бог и Вселенная осветят ваши шаги миром, любовью и верой. Аминь.